Аэросомы или газовые вакуоли – внутриклеточные газовые полости, имеющиеся в основном у водных прокариот, как фото, так и хемотрофных. Аэросомы обеспечивают плавучесть клеток и позволяют им менять глубину своего погружения. Строение. Каждая аэросома состоит из множества веретенообразных пузырьков длиной от 200 до 1000 нанометров и диаметром около 75 нанометров. Она окружена складчатой белковой оболочкой толщиной около 2 нанометров. Наружная поверхность которая гидрофильная, а внутренняя – гидрофобная. Оболочка толстая, так как она предохраняет аэросому от действия внешнего давления. Аэросомы преломляют свет, а их оболочка свободно проницаема для газов и непроницаема для воды. Функции. Газовые вакуоли обеспечивают способность клеток плавать и их расположение в определенном слое воды с наиболее благоприятными условиями для клетки. Количество газов в аэросомах пропорционально их количеству в клетке и внешней среде. Увеличение количества газов, а значит и аэросом уменьшает плотность клетки и клетка поднимается вверх. Всякий раз новая аэросома образуется де ново, то есть с нуля. Если клетку с аэросомами поместить в среду с более высоким атмосферным давлением, то аэросомы исчезают и не восстанавливаются.